Хорошо, что оборудование цело. Мама? Ганке? Есть кто дома? Видимо, никого. Мамина комната уже похожа на мамину комнату. Ванная немного тесновата для меня, мамы и Ганки. Даже мама когда-то была ребенком. Музыку, что ли, включить? Никогда не надоедает. Атака на мост маму не смутила. Если так пойдет, Ганке станет маминой правой рукой. Здорово побыть в квартире одному. Бабушкина почта приходит сюда. Надо ей переслать. Ну, мама дает. Она точно победит. Я помню, как дядя Аарон мне это подарил. Скоро у нас будет игра. Кто же не любит Омметр? Все любят. Так-то. Жаль, что тебя больше нет, Рик. Нам с Финой не помешал бы твой совет. Ладно, пора позвонить Фине. Надеюсь, она ответит. Привет, Человек-паук. Фина, привет. Надо поговорить. Лично. Снова решил мне наврать? Я хочу все исправить. Пожалуйста. Жду у церкви Святой Троицы. Ни слова лжи. Обещаю. Если ты что-то задумал... Ладно, увидимся там. Она хотя бы не против увидеться. Ладно, значит, мне надо в церковь Троицы.
люблю солнце. Повезло тебе, Москва. Куча времени! Здравствуйте, друзья! Сегодня в нашем Дуникасте... Странный способ сказать, что ты Человек-паук. А вдруг я убила бы тебя? Так это я виноват, что ты меня чуть не убила? Я хочу, чтобы ты не врал мне! Я пустила тебя в подполье, потому что думала, что ты понял. И я понял. За то, что стало с Риком, Роксон должен заплатить. Но не так. Нет, иначе мне его не победить. Посмотри на это с другой стороны. Прошу. Не могу. Я дал обещание. Я тоже. Почему именно здесь? Мой папа водил нас на концерт. 7 хоров из 7 стран. Помнишь? Лучше всех была Гана. Ганы там не было. Ты спутал с Гвинеей. Нет-нет, там точно была Гана. Гвинея, Белиз, Польша, Куба. Южная Корея, Таиланд, Венесуэла. Ты права. Как всегда. Но не всегда. Что? Знаешь, я разочарован. Крикер. Да. Но мисс Мейсон, я понимал, что с ней будет сложно. Но ты... Я надеялся, мы с тобой сойдемся во мнениях. Где мы? Ты попал за кулисы. Это наше секретное здание. Тут творится магия. Ты просто урод. Ты в курсе? Знаешь, когда мы с ее братом разрабатывали Нуформ... Ты всего лишь вписал свое имя в патент. Он говорил, у тебя был только один талант — продавать чужие идеи. Но у меня, по крайней мере, пульс есть! Теперь к делу. Да? Первое, что мы сделаем... Сейчас я... Вау! Обалдеть. Это непроизвольная защита. Но ничего себе. Так вот, я должен снять с тебя маску. И выяснить, откуда у тебя ток. Ведь от тебя пахнет новым этапом биоэнергетики. А для меня это пахнет, знаешь, чем? Так пахнут деньги. Ладно, мне пора в зал. День ног — это важно. Она должна сказать, где мой Нуформ. Иначе я не смогу открыть глаз. О, вам поможет. Закончим, что мы начали на мосту. Теперь камер нет. Нет!
Ого! Ты в порядке? Тебя чуть не убили. Ничего себе. Я сильнее, чем кажусь. А? Давай выбираться отсюда. Роксон не сдал носорога полиции, чтобы он работал на них. С ума сойти! Роксон уже ничем меня не удивит. Все в порядке? Будет в порядке, когда выберемся. Я отключаю камеры слежения. Можешь глянуть в том компьютере? Что ты нашел? Есть выход. Через этот кабинет. Нам надо снять блокировку базы в комнате управления. Сначала надо выбраться из крыла охраны. Я спущусь и посмотрю, с чем мы имеем дело. Дверь заперта. Биоэнергия сработала в камере. Сработает и на этой двери. Место найдем. Привет. Открыто. Я спускаюсь. Я над тобой. Выход через ту дверь, но придется хакнуть терминалы, вырубить сигнализацию. Я разберусь с охранниками. Камеры охраны в южном крыле не работают. Их, наверное, носорог отключил. Я слышал, он хотел допросить пленников. Тот другой, даже Человека-паука бы напугал. Что-то я торможу. Впереди еще двое. Как мы вообще нашли эту парочку? Носорог выследил? Нет, он головой работать не умеет. Сторонний агент нам их сдал. Хоть бы без происшествий. Мой совет. Рядом с Кригером следи за языком. Он спокойный, но заводится быстро. Я заметил. Он меньше, чем за месяц трех помощников сменил. Какие будут приказы? По-тихому не получится. Прочесали местность! Как мне стрелять, если я его не вижу? Как ты это делаешь? Просыпную! У нас раненый! Это архив с документами. Интересно, что на этих компьютерах? Еще про носорога. Я знаю, он говорит, что хочет снять костюм, но будем честны, к нему относятся серьезно только из-за железного комбинезона. Улучшим его броню. А если поможем поймать паучка, он забудет про костюм. Он манипулирует вообще всеми. Эй, Роксон ворует у тебя. Насколько я понимаю, ты тоже. Спасибо за это, кстати. Так, все-таки, почему умелец?
Это прозвище. Рик придумал. Когда он учил меня чинить всякое в мастерской, он звал меня «Маленький умелец». Не знаю, напоминает о нем. Ты не рассказывала. Здорово. Еще одна запись Кригера. Мне нравился Рик Мейсон, правда. Но в нашем деле нет места таким чувствительным людям. Может, повесим мемориальную доску? Или нет, поставим скамейку в его честь. Ха, ему бы понравилось. Саймон Кригер. Само сострадание. Заметки о независимых подрядчиках Роксона. Надо, чтобы кто-то из подрядчиков выследил умельца и Человека-паука. Надгробие вне доступа. Черная кошка исправилась. А тот мужик в фиолетовом. Как насчет него? Как там его звали? О, да. Да, он подойдет. Мужик в фиолетовом? Нет, не может быть. Нет, никак. Запускаю отмену. Тут голосовая запись. Сэр, полиция спрашивает о носороге. Что нам ответить? Наш человек на плоту занят программой трудоустройства на свободе. Скажите полиции, носорог занят общественной работой. Неужели им сошло это с рук? Дверь открыта, но ее нужно толкнуть. Сейчас. Отпустить, пока не получу ног. Его тут вообще быть не должно. Твой бугай должен был взять только девчонку. Да, тебе не нравится. Но вот в чем дело. Человек-паук — это мой лучший рычаг давления на мисс Мейсон. Ведь вы поймали их вместе. Точнее, ты поймал, но по твоей наводке. Так что там явно что-то происходит. Ты согласился оставить мальца в покое. Дядя Аарон? Малец. Ты выбрал такое милое слово. Это так по-отечески. Отпусти Человека-паука. Я достану тебе на форму. Дам данные о подполье. Все, что хочешь. Видишь? Рычаг. Всегда срабатывает. Человек-паук. У меня есть рычаг и для тебя. Я все видел. Из-за Нуформа люди болеют. Ты убил Рика Мейсона. Если люди узнают... Ну, это вряд ли. Понимаешь, ты же вор в розыске. А учитывая, что мы вместе натворили, будешь сидеть в соседней камере. И мы оба знаем, что ты к этому слегка не готов. Ну, мы пойдем и навестим мисс Мейсон и Человека-паука. Но это будет вечеринка... Только для своих. Да. Пока. Дядя Аарон. Нет. Погоди. Ты знаешь этого парня? Из-за него нас поймали? Нет. Это... Я знал, что он работает на Роксон, но я не думал... что он сдаст меня. Просто не верится. Ты завел меня в ловушку. Зачем я тебя вообще слушаю? Фина, нет. Должно быть какое-то объяснение. Я ведь не знал, что так будет. Давай не будем. Надо идти. Можешь открыть? Да, конечно. Они запустили блокировку. Нам надо попасть в зал управления. Значит, надо пробраться через эти ставни. Тут есть панель управления, но она обесточена. Попробую это исправить. Алло? Он подключен к генератору. Готово! Теперь есть питание. Получаю доступ. Я не могу открыть ставни, но могу управлять машинами, типа того крана.
Буду иметь в виду. Я осмотрюсь. Они тут собирают движки для своих машин. Эй, кран теперь прямо над двигателем. Двигатель. Есть одна идея. Ты можешь переместить кран к конвейеру? Да, кажется, я тебя понял. Этот лазер должен рубить двигатель. А, черт! Лазер закоротило. Я перенаправлю питание. Лазер замкнуло, но он еще рабочий. Нужен новый источник питания. С помощью этих узлов и паутины можно перенаправить энергию. Круто! Паутина проводит ток. Все, лазер в твоем распоряжении. И лазер пошел. Идеально. Если перегружу двигатель, он станет бомбой. И эта бомба поможет нам открыть ставни. Ложись! Пошли. Осталось немного. Это путь наружу. Дай мне минуту, чтобы открыть. Они разгадали наш план. Ну да. Выход-то один. Ладно, я разберусь с охраной, а ты открой дверь. Постой. Ты никогда не думал позвонить мне, сказать, что ты Человек-паук? Знаешь, когда родителей не стало, Рику пришлось заменить мне отца. Я боялась, мне будет не хватать брата, но у меня был ты. Фина, я... Открывай дверь! Дверь не выдержит! Иди! Я справлюсь! Иди! Вон те с фонариками на шлемах видят тепловые сигнатуры. Тебя заметят даже сквозь невидимость. Интересно, сколько ресурсов они тратят на борьбу с нами? Наверное, миллионы долларов черного нала. Расчисти путь, а я попробую взломать систему безопасности. Если нужно что-нибудь переместить, скажи. А ведь и впрямь могу. Ты там в порядке? Да, паутина держит дверь, но всю базу подняли по тревоге. Беру на себя!
Слушай, я знаю, ты мне не доверяешь. В этом ты прав. Как я могу это изменить? Надеюсь, на моей стороне. Вести себя так, как будто я что-то украду. Разрушение базы не навредит никому, кроме Роксона. А они это заслужили. Просто пообещай мне все рассказать, ладно? А я обещаю все выслушать, честно. Я уже все решила, Майлз. Тебе пора с этим смириться. Тогда мне придется остановить тебя. Постарайся с этим смириться. Я прошла. Встретимся в павильоне на дальнем конце конвейера. До встречи! Что это за дрянь? Знаешь, наверное, твое! Сами заперли двери. Я найду другой путь. У тебя есть доказательства? Вряд ли суд поверит двум народным мстителям в масках. Должен быть способ. Думаю, выход там. Эй! Не ты потеряла? Спасибо. Я знаю это место. Лаборатория Кригера. Для чего она ему? В основном для показухи. Рик как-то показал мне фото. Лаборатория. Стой! Здесь все данные по проекту Нуформ. Отчеты о токсичности, данные с испытаний. И тут повсюду имя Кригера. Это уничтожит Роксон. Чёрт! Как тебе цвет? Защищает от твоих электроукусиков. Электроукусики? Что ты несешь? Тебе конец! Может, прокатимся? Надо подманить его ближе к танкам. Это может ослабить его броню. Разломать его броню! Дам тебе достойную смерть! Достойную смерть? Кажется, это какой-то жуткий комплимент! Нейтрализация! Ну, электрические разряды по всему телу? Довольно странно, да? Надо повредить его броню. Да, но тебя мне достаточно сбить один раз. Прикончи! Не дай ему встать! Если я запущу двигатели... Шустрей думай! Похоже, Роксон, не учли взрывы двигателей при создании твоего костюмчика! Держите его! Им нужно покупать! Я не буду убивать! Мы так не работаем! Поэтому вы и проиграете! Я его нейтрализую! Руки есть? Смотри, твоя броня уже не так сияет, Азарот! Отвали от меня! Дело идет! Его броня повреждена! Это просто царапинки! Да? А дышишь ты тяжело!
роксиновская броня отключена! Твой ход! Ладно. Ты готов к встряске, здоровяк? Ты мне не нравишься! Тебе конец, человек! Он оглушен! Почти победа! Быстрее! Нужно прибить его! Это женщина! Ярость! Да, 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 еще как! Он уже почти отрубился! Устал, Алексей? Пора вздремнуть? Нет, я не устал! Он ни черта не видит! Навали! Что он ничего не сделает. Сейчас вернусь. Отчеты Кригера покончат с Роксоном. Без убийств. Знаешь, Кригер рассказал, как сдох твой брат. Очень забавно. Заткнись. А еще он сказал... Это твоя вина. Кригер переработал реактор. Хотел перегрузить его, чтобы успеть в срок. Если Фина сделает то, что хочет... О, Господи. Гарлем. А ты стояла и смотрела, как он умирает. Нет, нет, нет! Иди к черту! Фина! Какого черта ты? Только подойди, и я убью тебя. Но мы же семья. Моя семья погибла. Ганке, нужна помощь. Пойду принесу полотенце и антибиотики. Майлз, где ты? Что с тобой случилось? Что за костюм? Я должен тебе кое-что рассказать. Фина напала на Плазу. Да.
Это ты гнался за ней через весь город. В костюме паука. Ты мог погибнуть. Поверить не могу. Почему ты не сказал мне обо всем? Мы же говорили, что нужно беречь себя. Но это... Я не хотел тебя тревожить. Другой человек-паук уехал, а у меня все шло хуже и хуже. Теперь еще тебя подвел. Майлз. Ни один твой поступок не заставит меня любить тебя меньше, запомни это. Ни один. Ты придаешь мне сил, Майлз. Таким и должен быть герой. Тот, кто смел ради тех, кого любит. Просто тот, кто не сдался. Глория займется пиром, а Тео обойдет жителей. Отлично. Начинаем эвакуацию. Подожди, я сейчас. С каждым днем ты все больше похож на отца. Береги себя. Хорошо. Майлз. Я убеждаю людей эвакуироваться, а потом мы с твоей мамой обойдем соседей. Да, хорошо. Хотел сказать тебе спасибо за помощь и поддержку, бро. И могу я тебя попросить кое о чем? Конечно. Я пытаюсь увязать деятельность подполья со зданиями, где мог храниться Нуформ. Может, сумеешь взломать вышки Оскорпа или... Уже. Дай немного времени покопаться. Не спеши. Спасибо, друг. Надо немного размять ноги, а потом в путь. Твоя мама написала. Она занимается тем зданием, а потом пойдет предупреждать людей, живущих близко к плазе. Ты мне поможешь? Конечно. Как только найду склад Нуформа Фины.